Пенисы на стенах гигантские нарисованы. Грин. А, клирик говорил о другой головоломке. Это решается собиранием клочков манускрипта, но можно и перебором. Ну это Гримрок. Там миллион таких падлов, которые можно самому решить, которые можно собрать. Я их все решал там. Combination of the four elements. Давайте. Ну вот не знаю, их там по две, если можно утапливать. Никак. Ну ладно, черт с ним. Куда идти? Теперь на фонтану сходить? Прощаться. Да не надо, найдем, я думаю. Ой-ой-ой. Подло было с их стороны, очень помять заказки. Дошел до фонтана. Замок подземелье 1, подземелье 2. Подземелье 2 он был уже. Телепортер, который работает как лифт. Да, это подземелье 2. Подземелье 1 тогда что? Падал с врагами. А, нельзя пройти. Не доманив врага на ловушку, нельзя пройти. Ничего себе, их тут двое. Сколько раз мне придется с ними драться. Ну, идем, убивай их. О, второй фрагмент. Красный — это номер один. То есть начинать с красного цвета надо. Окей. Я понял уже. Я все подставлю. Так. Это разные комнаты, не одна и та же комната. Ну, всегда очень легкая подсказывать совершенно не до чего нечего. Все элементарно.
поднять его надо очень аккуратно сейчас. Вот так. Иди сюда. Иди сюда, газ. Проблема в том, что когда я встаю, он не может зайти на... Может, что закинуть надо этот удар? Вот так. А вы говорите, заклинание, парализатор. Фак, вообще. Magic is for pushes. Поправила общенку, видели? Очень аккуратно. Все-таки приганали его. Она не выйти сейчас по ошибке. Ха-ха! Auto delivery, видели, да? Auto delivery. Auto delivery, нафиг auto говорить. Auto delivery. Я абсолютно не мотивирован открывать всякие рычагов или рубильников, просто теперь прогулки. Каким это образом физически связано? Так, первый был красный цвет, второй... Второй зеленый. А, третий зеленый. Третий зеленый. Гримрок. Я люблю Гримрок. Смотрите, забавно. И графический пазл, как мистик какой-нибудь. Он говорил последовательность, да? Я забыл последовательность, чуваки. А, я забыл, что он сказал.
Вест, он сказал последовательность. Вест, нож. Вест. Вест, норф, он сказал. Я забыл. Чуваки, я забыл последовательность. Я не хочу идти все это назад. Решать все падлы и все такое. Что делать? Ну, будем подбирать. Вест это ист. Вест это вот этот. Вест, норф, ист. А, ньюс, да, как новости. Ньюс, он сказал. Ньюс. Ньюс. Так. Давайте резет сделаем. Ньюс, да. Норф, ист, вест, сауф. То есть, смотрите, значит, юг, значит, слева от юга восток, справа запад. Да? То есть, вот это, как я понимаю, ист. Слева от юга восток. То есть сначала N. N. East. New, теперь West. Нет, надо остановить. А, ну и все. Я перекинул. Он считается, когда я останавливаю. East, New, и Запад. Можно было, наверное, дальше крутить. Главное, так, и Юг. И что это дает? А, Blue Orb. Да. Надо еще кулачки поискать. Да, я понял. Как вот эту сундук брать, да не пойму. Ну, Гримрок. Вообще поля, я очень люблю Гримрок. Так. Где сразу можно двинуть? Опа, не получилось. Ну, окей. Смесь Dark Souls с Гримроком. Нет, я понимаю, как опустить платформу по два нажатия. Это все круто, но как? Понятно, что не... по какую сторону это все элементарно. Два нажатия. А, платформа не пускает, надо просто сундук и снять. Ну все понятно, да, я понял. Спасибо.
тебе не надо смотреть. Сундук скинуть. Это оригинально. Увеличило жизнь еще на один кружочек. Да, вот здесь вот, здесь я не понимаю вообще, что они от меня хотят, честно говоря. Здесь какое-то дикое, это совершенно перспективы, знаете, как это называется, рисунки Эшера. То есть это очень большие проблемы с перспективой, да. Они от меня хотят, чтобы я две бочки каким-то образом закинул на этот уровень, это невозможно. Взорвать нижнюю бочку. А, и прыгнуть прямо с этой пирамиды, да? Прямо с этой, она выше получается. Пирамида из трех бочек выше, чем вся пирамида из камней получается. По ним забраться как по ступенькам. То есть я это не планировал, я-то думал, что именно сейчас, что бочку надо тоже двигать, а не получается так делать. Но я бы никогда не догадался, честно говоря. Так, мы целиком собрали, ну там одну-то подберем, я думаю. 1, 2, 3. Ну, собственно, все, я думаю, можно идти решать. Так, еще все. Смотрите, пазл с часовым механизмом. То есть часы можно остановить, что ли? А, да. Как Ларри Крофт. Смотрите, это пазл в Ларри Крофт, только вместо Коли такие Grandfather Clock играет. Вместо Коли, король Коли исполняет Grandfather Clock. Как Maniac Mansion, такие тикающие огромные часы. Это клево. В комнате с лучом. Давайте найдем. Мегамен. Как вам это нравится? Прыжки по исчезающим платформам в изометрии. Хардкор? Или как? И причем они исчезают точно как в Гримроке, там миллион пазл, где вот такие, надо быстро очень бегать. Пошагово. Все как в Гримроке. Там еще есть камушек. Два. Здесь. Поднять. Вот сюда поставить.
такая, что по инерции может перелететь. Окей. Потому что у нас нет зеленого орба, да? Поэтому и достанем. Ну, давайте пойдем тогда орб добудем. Значит, направо это к орбу, да, пазл. Два орба надо. Давайте пойдем второй орб добудем, потом сюда вернемся. Правда, не последовательность за счет гораздо труднее. Так, где это секрет был? Привет. Pixel менял. Нет, так по счастью тут ничего общего с метро и звание. Это как слово, здесь все сделано правильно. Здесь нет этих идиотских сундуков там или замурованных участков, которые можете открыть после того, как найдете грэппинг-хук и бомбу. Если все по-честному. Есть гораздо лучший дизайн, чем Metroid Vanny. Так, а где была? А, вот это. Нет, там была комната с лучом, где нужно было найти какой-то флаг. Нет, сюда. Нет. Я еще по два предмета. Ну это понятно, но так, где была комната, где был луч? Здесь. Давайте сходим за орбом. А, то есть к фонтану сходим сначала. К фонтану сходим. Так, и потом откроем тайник, откроем. Так, тайник был где-то тут. Нет. Здесь еще не был. Скелеты кидаются. Ух ты. Значит, за орбом сходите, а не сюда, ну окей. Нет, сюда пока рано. Не. Maps are for pussies. Возьмем, там проще будет. Ничего подобного, ничего общего в перемещении по тем же самым локациям Metroidvania и Souls нет. В Souls и вот в этой игре ты ходишь по тем же локациям, потому что ты уже их изучил, и тебе на них больше нечего совершенно делать, это просто шорткат. В Metroidvania ты тупо обходишь, они просто надувают как бы время прохождения за счет использования кучи всяких ненужных предметов, да. Ну давайте пойдем тогда. Я хочу не секрет, я хочу орб взять с цветным падлом, а потом пойти дальше, понимаете, гоблином. Сначала хочу взять орб, который зеленый, с
зеленый орк. Вот она, комната секрета. Да. Посмотрим, где он может быть. Ну, понимаю, я объяснил вам разницу, да? Ничего не надувает время прохождения. Играть надо уметь. Случаем. Нельзя ли в другую комнату им посадить? Спасибо, Сергей. Мне нафиг не нужен был этот зеленый напиток, но тем не менее. Даже две секретных двери. Давайте возьмем зеленый орб. Не, им показалось одной, мало одной секретной двери, они сделали еще одну секретную дверь, которая открывает выход из секрета. Это офигенно. Пойдемте возьмем орб. Смерти не надувает время прохождения, это и есть прохождение. В Metroid 2 они просто не умеют делать или боятся сложные игры, потому что разработчик самой главной Metroid 2 нашего времени Symphony of the Night, он сказал, что не любит сложные игры. И он за счет этого он просто тупо надувает время прохождения вот такими совершенно дешевыми трюками. И все его копируют, и это терпеть не могу просто. Но делайте сложную игру. А зачем эти секреты? Мне нафиг не сдались эти напитки и прочее. Я не пользуюсь. Пойдемте третий орб убивать. Смотрите, я его заманил под торговый. Клево. Да-да. Рубильник надо. Фак. Бог так. Опа. Через. Выпал медом. Как главный герой American Gods, который сказал, что мед похож на мочу ирландского диабетика.
Знаешь, компания бегает, конечно, так клево по головам. Сжимает они как Dark Souls. Сразу очень много снять. Торопившегося игрока. Комик-зона пошла такая. В город нам будет искать, где-то вот с этим позвольте. Фак, щит. Че, голова не отлетела? Сейчас не отлетела. Обычно, когда так делаю, происходит декапитация. Бананчик. Регин банана. Хорошо. Прыжком пополам разрубил красиво. At least I had my chicken. Right? Брос. Ну вот и падал. Так. Что там было написано? В Legend of the Grimrock. Первый красный, второй желтый, третий зеленый. Произносится Peggy 15. Так, первый красный. А, так, второй желтый. Третий зеленый. Ну и четвертый, собственно. Окей. Два орба есть. Пойдемте за третьим. Не проходил Dark Souls, это не мешает мне считать его лучшей игрой всех времен. Лучше съесть что-нибудь. А, голды у меня нет все равно, так что в город нет смысла. Фонтанчик лечится. Вообще, неприятно очень момент, потому что не пойму, когда он может бегать, а когда нет. Зачем подсказывать элементарные вещи, куда еще можно идти? Я помню, что нам надо идти брать третий орб, и для этого надо идти в комнату с гоблинами. В самом-то деле. По-моему, не здесь, да? Посмотрим, по-моему, следующий. Или нет, здесь? По-моему, здесь. Да, вот она. Третий орб. Боевой... Это портал же, смотрите, чуваки. Я в портале. Это боевой лазер, боевая турелька. Я в портале. Чуваки, мы в портале. А что меняется? Да, только прокачки мне не хватало. Я вообще стараюсь не играть в игры, где есть прокачки. А, нельзя было её скидывать. Да? Нельзя было скидывать. Идея была хорошая.
ее надо вот на этой штуке держать, чтобы она там постригла все. Портал, чуваки, это портал. Поднимай меня. Печь. А, не попал, сори. Фак, ну сейчас. Почему она, кстати, не задевает ее лазером? По идее же должна, да? Или она задевает? А, ближняя, она, да, и не тот рубильник, подумал. Ой. Не тот рубильник. Хе-хе-хе-хе. Бывает. Не пойму, я его поактивировал или нет? Почему не открывается? Какой из рубильников активирует лазер? Оба вверх, оба вниз. Он оба активирует, что ли, получается? Я уже упоминал Мёбиуса. Эшера. Не Мёбиуса, вы имели в виду Эшера, да. Вы имели в виду рисунки Морица Эшера, а не Мёбиуса. Вот этот рубильник получается. А почему я не могу его... Видите, я не понимаю. Вот сейчас я могу его... А, ну все. Все, окей. Сверху нельзя почему-то не попасть. Да, тут есть батарейка в кадре же, и на нее сохраняется игра. Сейчас первый день, да все. Ну, вот такого рода игра. Нет, я не мог к нему по нему попасть сверху. Дело в том, что он как прыгает, он вообще по нему не попадает. Там опускалась эта панелька сама, а по рычагу я сверху попасть не мог, а по именно снизу подпрыгнуть и ударить. Сыр не ест. Будем погибать. Из какой я вышел двери? Голстрип. What a girl like you doing in a place like that? What a girl like you doing in a place like this? Правильно, все по канону. Пароли, в которых кодировалось местоположение игрока, все в апгрейде. И морты они тоже были длинными, довольно комплексная игра. Но в Link to the Past же уже была батарейка. Правильно? Пароли были в первой зельде и во второй. В первой зельде, по-моему, была батарейка, потому что точно был 8-битный кадридж с батарейкой. Я помню, она у меня села и не сохраняла игры. Или вторая зельда, или первая. Я не пользуюсь сейвами эмулятора в Save States. Никогда. Неважно, от длинной игры. То есть, как мне бомбу-то прокинуть туда? А, ну, собственно, да. Все понятно.
не подлетает. А, смотрите, что можно сделать. Поджечь бомбу. И на раз, два, три, один. Бум! В первой серии была батарейка, правильно? Потому что я точно помню. А пароли я не знаю зачем там. А, погодите. Я и так могу без бомбы это активировать. Ну да. Золотой катридж, все дела. Это... А, ну да, тут ну, всего просто тайминга. Просто тайминга все. Все упирается в тайминг. Очень красиво, очень изящный пазл. Мне не очень нравится. Очень красиво сделано. Какие хакать? Пишущая машинка наша все. Что за... возмутительно... Ну ладно, не важно. Да, я все понял про тайминг, это очень крутой пазл. Очень изящный, очень хорошо продуманный. Клево. То есть надо дожать и потом. Опять пропустил. Что я только что взял? А, Music Box. Зачем она нужна? Music Box я взял. Все, у нас все. Орбы кончились. Дверь не открылась. Music Box. Нет, ну Music Box там нужен. Не знаю для чего, но он нужен. О, здесь меня были, кстати. Может здесь. Это красиво, да? Такой очень изящный. А, ну да. Так, то есть смотрите, сначала одну допускаем, ждем, допускаем вторую. Это взрывается, меня поднимает, я перепрыгиваю. А, ну все, все красиво, да? Очень красиво. Ready Player One не понравилось, потому что это очень хорошо выстроена, написанная книга. Nothing to do with the subject matter, как говорится. Окей. То есть 3, 2, 1, ну все понятно, да? Красиво, очень красиво. А, сейчас. Почему вы думаете, что у меня такие пазлы могут вызвать какие-то